Существует три типа старения. Завтра продолжим эту тему более подробно. Первый тип старения человека напрягает. Есть два типа напряжения. Первый тип напряжения — это скованность, то есть не сгибается, не разгибается тело. Второй тип напряжения — это психическое напряжение, нетелесное. То есть появляется нарушение концентрации внимания, психическая как бы, такое неадекватность какая-то, не можешь расслабиться, курить хочется, пить хочется. Вот. Человек не может спать, отдыхать не может, он не может, все время устает, не может чувствовать себя очень напряженным внутри. Это просто так действует старость. Каждый человек постепенно все больше и больше напрягается в жизни. Одни больше напрягаются, другие меньше. Некоторые люди начинают напрягаться уже в молодом возрасте, а некоторые даже в юношеском, а некоторые даже в детском. И причина — так действует судьба. Если человек не убирает у себя напряжение из тела, то он разрушает свою жизнь. Потому что после, следующим этапом после напряжения, следующая стадия напряжения на психическом уровне называется психическое заболевание, а на физическом уровне это превращается в такие тяжелые заболевания, как полиартрит, тяжелые головные боли, спазмы в теле, которые приводят к инсульту в конце концов. Все это означает напряжение внутреннее. Понятно? То есть, другими словами, люди говорят, как мне, они начинают спазмолитики пить, начинают там как-то головную боль лечить, там массажи, еще что-то. Все это внешнее. Это все не уберет напряжение из тела. Потому что время, это энергия времени напрягает человека. И время вот это время, энергия времени может выйти из тела, только если вы одновременно сделаете две вещи. Первая вещь. Вы научитесь неподвижно или стоять, или наклоняться вперед, или назад, или сидеть в определенных положениях тела. Я вам расскажу, каких. Неподвижное положение тела больше 15 минут начинается лечение. Но лучше одно такое упражнение делать до 40 минут, постепенно доводя. И второе — это длительное движение. Или ходьба длительная, или бег. Ходьба дольше очищает тело, бег быстрее. Но иногда человек не может просто уже бегать, потому что его организм не способен на это. Тогда человек должен ходить. Постепенно он научится бегать. 100%. Когда человек одновременно бегает, долго бежит, спокойно, не напрягаясь, или идет спокойно, не напрягаясь. И в это время он не идет в магазин, думает, когда приду, а он просто идет. Идет и радуется жизни, может слушать лекцию в это время, молиться. То есть он заряжает батарейки, он не куда-то идет. А если даже и куда-то, то он не должен об этом думать. Он должен думать о том, что он заряжает батарейки в это время. Желает всем счастья, радуется и просто идет. А я иду, шагаю по Москве. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. И в это время он заряжает батарейки. Если человек долго идет и долго неподвижно стоит, он снимает в себе любое напряжение. И даже психическое заболевание у него пройдет, если он будет это делать достаточно долго. Потому что есть 4 слоя в организме, 4 энергетических слоя. Первый слой очищается при беге 35 минут. Второй при беге 55 минут. Третий при беге час 15. И четвертый при беге час 35. Я говорю для себя вам. Я просто на себе проверил. У каждого из вас будет примерно чуть-чуть отличаться туда-сюда. Если вы хотите, чтобы у вас все тонкое тело очистилось при ходьбе, вот так уж, так же, то прибавьте, ну то есть 15 минут при беге начинается очищение, а при ходьбе начинается где-то в 30 минут. И каждый слой психоэнергетически очищается при ходьбе через следующие 25 минут. То есть 55 минут ходьбы, у вас первый слой очистился,
и так далее. То есть 2,5 часа вы прошли, и у вас весь организм очистился, и вы продлили свою жизнь на 25 лет. Но, понимаете, там есть даже, вы скажете, а как я определю, что у меня вообще там включился организм очищения? Есть такие методы, для вас есть, даже если вы не видите тонкое тело. Если человек идет или бежит, и у него раз, и легкость возникла, и второе дыхание. Первое, второе дыхание или легкость указывает на то, что началось очищение. Если вы бежите, это у вас произойдет примерно через 15 минут. А если вы идете, примерно через 25 минут. Через 30 минут. Теперь дальше. Когда второй, а первый слой очистился энергетически, второй начал очищаться, опять второе дыхание откроется, опять легкость. И когда пятый раз у вас легкость уже будет, все ваше тело, психическое тело очистилось. А? Если я на работе 40 минут иду, я уже устала. Нет, смотрите, вы должны это делать столько, сколько хотите. Но устала означает, что я иду до работы, понимаете? Если я иду до работы, то я расходуюсь. Попытайтесь это понять сейчас, мои дорогие, иначе вы себя прибьете. Потому что если вы идете до работы, и ваше сознание направлено в будущее, вы никогда не вылечитесь. Вы должны не до работы идти, а просто идти. Если вы не можете до работы идти просто, и вы думаете, так, быстрее, опаздываю на работу, быстрее. В это время вы расходуетесь, а вы просто идете. Вы можете, вот смотрите, когда человек просто идет радостно на работу, он идет так, как ему нравится, а не быстрее. И когда человек бежит, который когда лечится, он не бежит быстрее и быстрее. А я еще быстрее могу, а еще быстрее могу. Это означает, он в страсти находится. Он пытается результата достигнуть, а не здоровья. Надо бежать так, как тебе нравится, и никогда не быстрее. И постепенно, чем здоровее ты будешь, тем само собой ты будешь бегать быстрее. Я вот начал когда бегать, это было 2,5 года назад. Я пробежал всего 500 метров. И я бежал примерно 6 километров в час. Это почти так же, как люди ходят. Я так бежал. Сейчас я бегу 15 километров со скоростью 9 километров в час. Хотя мне 52 года, понимаете? Я бегу без напряжения, я не устаю. Мне так нравится так бегать. Я бегу 1,5 часа это расстояние. Понимаете, о чем я вам говорю? Не надо себя насиловать. То есть вы идете с радостью, как вам нравится, и в это время вы наполняетесь, больше того, в следующий раз вы пройдете чуть быстрее, и вам это будет нравиться, а потом еще чуть, это незаметно для вас произойдет. Через год вы будете ходить очень быстро, и это будет вам нравиться. Вы не то, что себя будете заставлять насиловать, а просто вам будет нравиться уже быстро ходить. Это значит, что ваш организм стал крепче, лучше, здоровее. Понимаете? Но запомните, когда вы будете идти, вам будет хотеться двух вещей. Первая вещь, вам захочется встать и не идти. А вторая вещь, вам захочется идти быстрее, потому что вы или хотите лениться, или хотите гордиться собой. И обе эти вещи разрушают здоровье. Человек должен идти не быстро, не медленно, не спешить, не отставать, в ногу с временем шагать, и он не должен, самое главное, раньше времени останавливаться. Когда вы имеете право остановиться? Чувствуете, устали, тяжело, идите дальше. Вот когда легко стало, а станет обязательно, тогда останавливайтесь. Если вы встали, когда тяжело, это еще одна причина разрушения. Это означает, вы не верите. Допустим, человек бежит, ему сказали, бегать нельзя, суставы стираются, нельзя. И он все равно побежал. Он бежит, бежит, ему тяжело встало, он встал. И в этот момент он себе портит здоровье. Когда ты бежишь, беги, пока не станет легко. Иначе вообще лучше не беги. Хотя бы первого раза, когда тебе станет легко, дождись. Это будет через 15 минут бега. А если не можешь, тогда ходи пешком. Смотрите, второй вид старения
это лишний вес. Видите, я вам говорил, что напряжение превращается в спазмы сосудов, потом инсульт, инфаркт там, и так далее. Лишний вес тоже имеет свои стадии. Лишний вес или по-другому, у одних людей это превращается в лишний вес, а у других превращается в токсины в организме. Или в простудные заболевания, слизь, насморк. У одних людей не возникает лишний вес. Возникает простуды, слизь, насморк, вот такие вещи. Вторая стадия этого вида старения – это доброкачественные опухоли. Если они в организме появились, значит, вы уже на второй стадии старения находитесь. А третья стадия старения – это злокачественные опухоли. Понимаете, это называется приговор уже, потому что в этот момент в организм, когда возникла злокачественная опухоль, входит живое существо, разрушающее жизнь. То есть злокачественная опухоль означает, там злой дух поселился в этой опухоли, и он будет вас убивать. Точно так же злой дух селится в человеке, когда он находится на третьей стадии напряжения психического. Это называется шизофрения или психическое заболевание, которое тоже убивает человека. Точно так же в этом другом виде старения убивает человека тоже злой дух. И в третьем виде старения, в виде жара, когда психика перегревается, тоже входит злой дух, только другого типа. Это уже белая горячка или маниакально-депрессивный психоз. Если человек шизофреник, он как, такой, как вареный, то маниакально-депрессивный психоз означает, человек с ума сходит, бесится. Такое одержимое психическое заболевание. Видите, эти три типа злых духов, они разрушают человека на третьей стадии старения. Когда человек не может уже поддерживать жизнь в своем теле, приходит сила, которая ее разрушает. Но у нас есть всегда выбор, и выбор наш — это знание. Я сейчас вам рассказываю это знание. Если человек поправляется, у него появился лишний вес, это просто старость. И она преодолевается очень просто двумя типами аскезы. Для того, чтобы победить этот тип старения, нужно длительное движение непрерывное и пост. Если вы только пост делаете, вы не сможете похудеть. Если вы только двигаетесь длительно, вы не сможете похудеть. А если вы делаете и то вместе, то вы похудеете обязательно. И третий тип старения – это излишний жар в теле, который превращается в воспалительные процессы, в язвы, и потом это превращается или в там, тяжелые кожные заболевания, или в тяжелые заболевания, такие как системная красная волчанка, там, или ревматизм, это уже терминальная стадия поражения жаром, или маниакально-депрессивный психоз, если этот жар действует, в психику идет. Лечится это с помощью двух видов аскез, с помощью поста и статических упражнений. То есть я вам рассказал три типа старения и три типа аскез, которые дают человеку долголетие. И достаточно просто не кушать до обеда, если у вас очень сильный огонь пищеварения, сильно хочется кушать, вам не надо поститься весь день. А если у вас слабый огонь пищеварения, и вам не сильно хочется кушать, лучше поститесь весь день на воде. Самый простой пост и самый полезный – это на воде, пост на воде. А если простуда? Простуда означает жар в теле лишний. Это статика, статические упражнения и пост убирают простуду. В этом мире самая большая сила – это сила времени. То есть мы знаем, есть разные физические, химические силы всякие, но самая большая сила – это сила времени. Время – это не то, что движется на часах, как мы думаем. Мы просто таким образом наблюдаем за ним, следим. Это не то, что мы придумали время, придумав часы. Время движется внутри нас, и причем оно движется везде по-разному. Например, у нас есть три тела. Есть грубое тело. В нем одним способом время движется. Я сейчас буду об этом с вами говорить. Есть психическое тело. В нем по-другому время движется. Есть духовное тело. И в нем по-другому время движется. Причем интересно знать, что даже на разных планетах этого мира время по-разному движется. Допустим, на низших планетах
по отношению к нам, время движется очень быстро. И там проходит, там у людей может пройти, допустим, 100 лет, а у нас всего несколько месяцев, может год, там два. Понимаете, то есть по-разному совершенно проходит время внизу, в аду, как мы говорим. А в раю наоборот, у них время движется, то есть там есть несколько уровней, в ведах описано, что на одном уровне у нас проходит месяц, у них проходит месяц, так, сейчас я вспомню, так, значит, ага, у нас проходит месяц, а у них день. А еще более высокий уровень, у нас проходит год, а у них секунда. И так далее. То есть время движется по-разному. Когда человек испытывает счастье, время как будто останавливается перед ним. Когда человек страдает, оно может очень долго длиться. Или иногда бывают такие минуты счастья, что время останавливается и тоже очень долго течет, ему кажется, что так все хорошо. Ну, то есть, чем человек старше, тем быстрее дни идут. Чем он младше, тем дольше время течет. У, допустим, ребенка 5 лет, у него день — это целая эпоха. У пожилого человека день пролетает очень быстро и заметно. Но это всего лишь просто как бы такое обзорное описание. Оно может быть не сильно важно нам это знать, но нам важно знать некоторые вещи, которые вообще нигде не обсуждаются. И я бы хотел с вами об этом поговорить, потому что если вы будете знать об этих вещах и понимать, как это все работает, то это сильно поможет вам жить, сильно поможет жизни. Потому что ход времени можно чувствовать, понимать и как-то предвосхищать события. Итак, первое, что нужно знать, это то, что у нас есть грубое тело, которое с самого рождения стареет. Но так как есть душа внутри, а душа, она всегда увеличивает, склонна увеличивать энергию счастья и жизни. Поэтому сначала это старение превращается в рост тела, в развитие тела и так далее. Но тело не молодеет при этом. Оно всегда стареет. Просто в какой-то момент эти процессы старения человек не может контролировать в теле, а до какого-то момента они контролируются. И сразу возникает вопрос, почему? В чем причина? Почему, допустим, старение до 30, там до 40 лет не так заметно, у кого-то до 50, а потом начинает сильно заметно становиться. В чем заключается причина, часто люди не понимают. Причина не в грубом теле, а в тонком психическом теле. Причина там находится. Но мы об этом чуть позже будем говорить. Дело в том, что внутри нашего грубого тела существует два способа старения. Не один, а два. И так как мы не знаем об этом, поэтому часто мы попадаем в просак. Вот, например, просто если бы вот тело старело потихонечку само по себе, то каждый человек жил примерно бы там до 80, 90, 100 лет и потихонечку умирал бы без всяких, без проблем, так, тихонечко раз, и все нормально. И никто не был бы против вообще вот этого всего. Все согласны с таким ходом дел вообще. Ну, пожил, и слава Богу, что это, на судьбу уповать. Вот. Но проблема заключается в том, что есть еще один процесс старения, который называется циклическим процессом старения. Не постепенным, а циклическим. И вот здесь вот конкретная засада. Потому что иногда тело становится легким, здоровым и управляемым, и все классно. И люди часто это приписывают тому, что с ними происходило. Иногда это совпадает с тем, что человек поменял там диету, о, теперь мне так легко и классно там жить. Иногда наоборот, человек чувствует, что все тяжелее жить, тело становится как бы более болезненным, неуправляемым, слабым.
И человек думает, наверное, что-то я не то делаю. И вот первое правило, которое вы должны запомнить. Если вы что-то не то делаете, то у вас всегда будет одинаково плохо. И когда хороший период, и когда плохой, примерно более-менее плохо. Если вы делаете что-то не то. А если вы делаете что-то то, то тогда будет более-менее хорошо все. Но это не значит, что будут такие скачки, понимаете? Когда вот этот скачок происходит, мне вдруг неожиданно стало плохо. И не то, что на один день, а там уже прошло 3 месяца, и все что-то плохо и плохо. Это и люди часто начинают выдумывать. Первый вариант их выдумки такой. Я что-то делаю не то. Второй вариант их выдумки такой. Меня кто-то сглазил, испортил там. Что-то такое сделал, и мне плохо. А на самом деле причина тому просто ход времени. То есть время приходит, и человеку становится хуже жить, тяжелее. И внутри психика с этим абсолютно не согласна. Она бунтует по-черному, говорит, да, ну, как бы не хочу я такой жизни, что мне вот стало хуже со здоровьем. В честь чего это? В чем дело? То есть человек протестует. Но на самом деле так устроен этот мир, что человек должен периодически мобилизовывать свои усилия внутренние для того, чтобы выжить. Он должен знать, что само по собой, как раньше, он не сможет быть здоровым. Ему нужно прилагать усилия. А если он говорит, да некогда мне прилагать усилия, у меня же работа, там семья, некогда мне заниматься здоровьем. И тогда я говорю, как бы, вот как врач, говорю, если вы не хотите ходить для того, чтобы победить судьбу, то вам придется ходить под себя потом. Знаете, что ходить под себя? Слышали такой термин? Это когда человек не встает уже, и ему приносят утку. Утку, наверное, слышали, да? Что такое? Называется ходить под себя. Вот. Поймите такую вещь, что нельзя шутить с временем. Нельзя шутить с временем. Мясо можно есть, когда хочешь. Потому что веды считают, что это не та пища, которая приносит человеку здоровье. Но это другая тема уже. Я не хочу сейчас о ней говорить, потому что очень болезненная тема. Человек сам принимает решение, есть это, не есть. Но знаете, что если человек духовно не развился, он не может жить без мяса. Если человек духовно не развился, он не может жить без сигарет. Если человек духовно не развился, он не может жить без спиртного. Реально не может жить. Почему? Потому что есть серьезные причины, почему человек это ест. Есть разные уровни пищеварения. Они зависят от духовной силы человека. И если уж говорить на эту тему, то этот разговор, он очень сложный для понимания. Но я могу вкратце вам сказать, что люди духовные, духовно неразвитые, им надо есть продукты насилия. То есть, что такое продукт насилия? Это мясо. В принципе, мы растения тоже убиваем, когда едим, но это не продукт насилия. Потому что есть разные виды сознания. Это объясняет, что в зависимости от развитости разума живое существо себя по-разному чувствует в разных телах. Например, в теле растения живое существо спит глубоким сном. И это можно проверить. Допустим, если взять веточки у дерева обрезать, дерево начинает расти сильнее, потому что оно чуть-чуть пробуждается. То есть оно не чувствует боли. Представляете, если, допустим, поросенка лапку обрезать, он не пробуждается, он уже без лапки ходит. Но дерево, как бы, если обрезать веточки, то оно становится пышнее еще, и продолжительность его жизни увеличивается от этого.
Называют сон без сновидений. В теле растения живое существо ничего не помнит, ничего не знает. Оно просто живет и спит, отдыхает от жизни. Следующая форма жизни, она постепенно пробуждается от разных, то есть это называется сон со сновидениями. Животное, оно себя не до конца осознает. Собака, например, гавкает на свое отражение, не понимая, что это она. Когда она видит зеркало, она думает, что это кто-то другая собака какая-то. Но потом она привыкает, она думает, это хорошая собака, в принципе, на нее можно не гавкать, на зеркало. Вот. Но понять, что это она, ей очень сложно. Но обезьяна уже понимает. У нее более развитое сознание. Понимаете, самые низкие, низкоразвитые формы жизни, которые почти не чувствуют смерти, это мы веселые медузы, мы похожи на арбузы. Это почти что растительная форма жизни. Грибы — это переходная форма жизни между животной и растительным. И самая агрессивная растительная форма жизни также — грибы. Потому что они всегда пытаются подавить чужой иммунитет. Любые грибы, хоть здоровые, хоть хорошие, съедобные, хоть несъедобные. Вот. Дальше идут медузы, вот эти все креветки, рыба. Уже чуть-чуть себя понимает. И у ней присутствует страх и наслаждение. Два чувства, которые испытывает рыба. Вы не увидите улыбку в глазах рыбы, увидите только страх. Если вы в аквариум посмотрите в глаза рыбы, вы увидите страх в ней. И она может наслаждаться жизнью, плавать, страх и наслаждение. Это самые глубокие психические функции, которые только существуют в живом существе. Самые первые функции — это страх и наслаждение. Ребенок, когда маленький рождается, он испытывает только страх и наслаждение. Больше ничего. Он только плачет или наслаждается. Все, больше ничего не испытывает. И то же самое также рыба себя чувствует. Дальше постепенно, когда сознание развивается, появляются уже земноводные, вот это ящерицы, у них есть любопытство. Они могут туда прибежать. Смотри. И они очень сильно находятся в сильном активном состоянии. Потому что у них еще пробуждается воля к победе. Такое чувство разума. То есть они очень активные. У них быстрое движение у земноводных. Птички следующие, более развитое сознание у птичек. Они лучше себя понимают, и поэтому они уже умеют радоваться. Ящерицы не умеют радоваться, а птички уже умеют. Но они радуются не через мимику лица, они радуются через звук. Потому что самая первая форма радости — это радость через звук. И они вот, допустим, посмотришь на лицо птички, а оно такое как бы пугливое просто. Но звук у нее такой радостный очень. Чирик, чирик, чирик. Но взгляд не очень радостный. Посмотрите внимательно. Она не умеет радоваться через взгляд, у нее в глазах страх у птички. Следующая форма жизни — это дикие животные, такие как зайцы там и так далее. Они больше уже растормозились. Но если вы посадите кошку и зайца рядом, я видел рядом кошку и зайца, на дочка держала зайца и кошку одновременно. И кошка, она и так, и сяк, а зайц. У меня не развитое сознание у нее. Ничего не врубается вообще. Ну что, он еще не проснулся. Спит. Сон со сновидениями. Более развитое сознание у диких животных, уже таких как волки, там стаи у них, они уже там вожаки там и так далее. Или вот эти вот большие животные, дикие, такие как олени, у них более развитое сознание, чем у зайцев. Еще более развитое сознание у домашних животных, такие как коровы, свиньи, собаки, кошки. Примерно один уровень развития сознания. Но из-за того, что кошки и собаки больше общаются с людьми, у них более развитое сознание. Из-за отношений с людьми. Я знаю случай, когда свинья была членом семьи. И она вела себя как собака, как кошка, она тоже такая обижалась, ходила там, фыркала. Ну, то есть, чем больше общения с человеком, тем больше интеллекта просыпается в животных.
И чем более интеллектуальное животное человек ест, тем больше страданий он за это получает. Почему? Потому что в момент оставления тела, когда психика больше проснулась, она лучше понимает, что пришла смерть, и она в тот момент, когда отделяется тело от тонкое тело, психическое тело от грубого, то в этот момент живое существо, которое понимает, что его убили, оно проклинает, как бы, ну проклинает означает, ты за это ответишь. Ну то есть, как бы, собака это говорит, кошка, мяу. Ну то есть они каждый по-своему, просто животные, они эмоционально могут общаться. Они не могут словами общаться, потому что слова это функция разума. Они могут эмоции выражать только, понимаете, животные. Но они выражают на тонком плане такую эмоцию, которая попадает в это мясо. И потом она уже оттуда никуда не денется, потому что она на психическом плане там находится. И потом, когда человек ее ест, хоть он варит, хоть парит, не имеет значения. Но когда ест, он ест также эту эмоцию. Эмоцию чего? Протеста против того, что меня убили. Но вот у растения такой эмоции протеста нет. А у домашнего животного эта эмоция протеста колоссальную силу имеет. Особенно на тех, кто его выращивал и любил. Поэтому люди интуитивно не едят свою корову. Потому что от этого еще хуже потом становится, понимаете? Они просто не могут, у них все внутри переворачивается, это как член моей семьи. Не могут. Свою собачку никто есть не будет. Видите, как бы и то мясо, и это мясо. Но для вас просто даже представить себе невозможно, чтобы свою собачку съесть. Но я такие случаи знаю. Мне рассказали один случай прям. Одна женщина поехала в Таиланд, а там есть рестораны, в которых готовят животных, которых ты приносишь. Но она этого не знала. И она пришла со своей собачкой. И она говорит, ну как бы я покушать, куда-то отведите собачку. Они говорят, хорошо, хорошо. И принесли ей потом блюдо из собачки, из ее. И она там чуть не погибла от вот этой эмоции, которую она испытала. Понимаете? Именно с этой точки зрения не надо есть животных мясо. Поэтому Лев Толстой говорил, вегетарианство это не диета, это образ мыслей. Если человек решил свою жизнь посвятить самосовершенствованию, он как бы хочет развиваться как личность, он выходит из того состояния сознания, в котором он нуждается в этой энергии стресса или энергии насилия. Эта нужда реально существует в психике человека. Но это не только не два уровня питания, понимаете, есть гораздо больше, но остальное, если я вам буду рассказывать, вам вообще покажется это фантастикой или просто моим нездоровым воображением. Хотя даже то, что я сейчас сказал, уже может показаться нездоровым моим воображением. Так вот, знайте, что есть еще другие уровни питания. Когда человек развивается как личность, он просто не может... Он чувствует эту энергию насилия в мясе, он даже не может смотреть это, на это как пищу, не то, что это есть. Просто я вам говорю точно. А потом, и поэтому Сергий Радонежский, Серафим Саровский, и все великие святые, никто не ели мясо. Вы скажете, у нас в православии как бы этого нет. Есть? В монастырях, в православных мясо не едят священники. А многие рыбы даже не едят. Потому что они чувствуют эту энергию насилия, они говорят, я не хочу. Но это уровень развития, понимаете, просто уровень развития человека. Если человек не развился так, он не может даже без мяса жить не сможет. Ему будет тяжело, плохо, ну надо есть. Но интересно знать, что есть и другой уровень развития, когда человек даже вегетарианскую пищу не ест. Он ест одну зелень, как корова. Потому что, понимаете, зелень является самой безобидной, самой полезной, самой легко усваиваемой пищей на земле.
Это как раз та пища, которая напрямую соприкасается с солнцем. И там происходит фотосинтез, понимаете? Вот эта пища, зелень, это та пища, которая реально лечит человека. Это самая лечебная пища. И есть люди, которые только одну зелень едят. Но если вы начнете есть только одну зелень, то вы реально будете страдать от этого. Потому что для этого организм должен подняться на следующий энергетический уровень, который происходит только в результате святости. И искусственно это сделать невозможно. А есть еще другой уровень питания, который сейчас тоже пытаются имитировать, просто пытаясь так жить. Этот уровень питания нам вообще непонятен и недоступен. Потому что человек такое существо, что он может питаться просто энергией воздуха, которую он вдыхает, и солнцем. И этот фотосинтез происходит прямо у него внутри, в организме. И такие люди, я видел таких людей, они могут не есть вообще. И энергию влаги они получают через дыхание. То есть они получают влагу сколько надо, получают через воздух сколько надо питательных веществ. И через солнце они получают возможность это все усваивать. Но если вы искусственно это сделаете, вы погибнете через год от дистрофии. Потому что так человек достаточно может долго, если он войдет в это состояние, он может долго жить без пищи и воды. Знаете, что человек может очень долго жить без пищи и воды? Не 7 дней, как говорят, а он может жить 5, 6, 7 месяцев без проблем. Вообще никак не страдая от этого. Но чтобы, и человеку нужно войти в это состояние. А войти в него непросто. Но даже если человек вошел в это состояние, но он не имеет достаточного развития личности, духовного развития, то он сам не замечает, как постепенно он приобретает дистрофию. Все равно его тело становится все более, тощим, потихоньку худеет, очень медленно. И потом очень трудно вернуть все назад. Для этого нужно очень аккуратно выходить из этого всего. И в целом это не нужно. Поэтому я и говорю, не надо искусственно себе выбирать способ питания. Но надо знать просто эти уровни. Потому что, если вы хотите, допустим, выжить в тот момент, когда вы заболели раком, то для этого нужно есть одну зелень. Или почти одну зелень. Вот тогда ваш организм начнет восстанавливаться. Но для этого нужно еще кое-что делать. А это уже серьезная тема серьезного разговора, который я продолжу не сегодня, начну сегодня. Дело в том, что вы спросили про мясо, я вам рассказал разные уровни развития питания, не нужно никуда скакать, кушайте то, что кушаете, все нормально. Просто придет время, и вы, если будете развиваться, вы будете переходить с одного уровня на другой. Это не то, что вы будете приближаться к корове, нет. Или к дереву. Нет. Это просто возможности человеческого организма. И с каждым новым уровнем питания продолжительность жизни увеличивается. Но при этом искусственно этого нельзя делать, потому что будет сокращаться тогда продолжительность жизни. Просто пища не будет усваиваться, и все. То есть Серафим Саровский питался одной снытью, знаете? Это зелень. То есть он перешел на зелень питание. Почему? Потому что он стал таким развитым. Это уровень святости просто. И ему хватало, он не то, что он страдал там дистрофией. Нормально себя чувствовал. Потому что он такой был. Такой человек. Мы не можем имитировать это, понимаете? Не можем. Это, шансов нет никаких. Ладно. Движемся вперед. Насчет вегетарианство, не вегетарианство, разобрались. Причем вот сыроедение, нет такой диеты, сыроедение. То есть только сырая пища, такой диеты нет. Но существует такой способ очищения организма. Однако же, есть люди, у которых столько жара в теле постоянно, очень много жара, что они вообще вареную пищу не могут есть. Она у них не усваивается. Поэтому они постоянно болеют и болеют. И к таким людям относятся также люди, болеющие сахарным диабетом, красной волчанкой, склеродермией. То есть все системные инфекции, вот эти вот системные заболевания организма, они все, причина их — это чрезмерный жар, психический жар в организме. И все они лечатся
Тем, что человек начинает есть или только сырую пищу, или почти только сырую пищу. Например, если человек заболевает диабетом и переходит только на сырую пищу, то он вылечивается от диабета. Это 100% факт. А дерматит это тоже жар? Чаще всего. Ну, давайте я сейчас вам просто, вот я вам это сказал, что бывают исключения. Иногда человеку, чтобы выжить, надо есть одну сырую пищу или почти одну сырую пищу. И тогда он становится здоровым. Но это не потому, что это для всех очень полезно. Потому что если в основном большинство людей начинают есть одну сырую пищу, то это метод очищения организма. И это очищение может длиться где-то от 6 до 8 месяцев. И потом дальше наступает перегрузка организма. Она выражается не в том, что какие-то болезни вылазят. Она выражается в том, что человек начинает замечать, что у него постепенно перестает быть глубоким сон, становится очень поверхностным. Первый признак того, что надо слазить сыроедение. Второй, он становится очень нервным, раздражительным, не может терпеть людей и хочет уединения. Это второй признак того, что надо слазить сыроедение. И третий признак может быть очень опасным. Это дистрофия. То есть человек все худеет и худеет, и в какой-то момент можно через него уже в зеркало смотреться. Понимаете, это значит, что он уже рискует жизнью. Это опять же для тех людей, кому это более-менее подходит. А если человеку это не подходит, то уже через месяц у него появляются следующие симптомы. Сильные газы в животе, снижение сильного аппетита, боли в суставах, позвоночнике, запоры, головные боли, боли в позвоночнике. Это значит, ему немедленно надо слазить с этой сырой диеты. Иначе он просто покалечит себя.